Оценивают готовность школ к началу учебного года по нескольким критериям. В первую очередь смотрят на обеспечение антитеррористической защищенности. Это приоритетная задача как в государственной, так и в региональной политике в сфере образования. Благодаря губернатору Ульяновской области выделено 370 миллионов на антитеррористическую безопасность учреждений с 23 по 25 годы. То есть программа предполагает финансирование на 3 года. Часть мероприятий в этом году мы уже осуществили. Планировалось провести мероприятия по антитеррору, такие как установление ограждения, ремонт периметрального ограждения, установка видеокамер, установка скута. На эффективность работы всех систем, включая камеры видеонаблюдения, смотрят росгвардейцы. Сотрудники вневедомственной охраны входят в профильную комиссию. Они же отвечают за исправность сигнализации и тревожной кнопки, наличие антитеррористического стенда, где ученики могут узнать правила поведения в экстренных ситуациях. Если есть нарушение, дается время на исправление недочетов. В ходе анализа установленных недостатков по антитеррористической защищенности на образовательных организациях установлено, что наиболее значимую работу провели в трех муниципальных образованиях. Это в городе Ульяновске, в городе Петроград, Индинский район. Отмечу, комплекс мер по обеспечению безопасности также включает в себя организацию питания. Профильное ведомство сообщает, все пищеблоки готовы, отремонтированы столовые, устранены замечания Роспотребнадзора. В настоящее время на каждом объекте образования реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасного функционирования в новом учебном году. Осуществляется исполнение предписаний контрольно-надзорных органов. К началу учебного года готовят больше 700 образовательных организаций области. Добираться до них дети будут безопасным маршрутом. Оптимальные дорожные карты утверждены. Кроме того, организован подвоз школьников. На учебные маршруты выйдут около 300 автобусов. Часть из них пополнила автопарк в этом году. Новые машины заменят уже вышедших из строя предшественников. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда ТВ.